Видишь, куда я показал, да? Ну что, сегодня чудесный день. Обязательно выезд на пострелухи, подышать свежим воздухом. Вот. Так что день обещает быть шикарным. Сейчас стреляем на соточку. Мишень вон там. На БР-100 наклеил мишени и стреляю. Второй тест камеры от Русбира. Уже как бы мне пришли крепления на мой прицел, более-менее я ее прицепил. Вот вид с моей позиции, вот камера на моей винтовке. Она передает изображение на смартфон. Ну, пока настроил таким образом. Мишень у нас находится вот там. Отдалю, чтобы было понимание. Сейчас попробую через эту камеру увидеть мишень. Ну, как бы вот в нынешних условиях, с учетом ветра, вид вот такой у мишени. Через камеру, ой, через прицел, камера видит ее вот так вот. Ну, посмотрим, что и как. Лепим снеговика. Время не проходит зря. Что? Снеговик получается? Ну да. Отлично.
скорость упала, но заморачиваться не буду сейчас качать. Так, хочу просто посмотреть, как камера снимает в других настройках. Ну что, пострелял я сегодня на 50 на 100, затестил камеру с нормальным креплением и настроенную уже более-менее под мой прицел. Ну, результат гораздо интереснее, чем был в прошлый раз, так что постараюсь все это выложить, что она там наснимала. Для сравнения опять поставил крыску, которую практически не было в нее видно в прошлый раз, в эту камеру на прицеле. Ну, вроде как успел записать видео и с ней. Ну, а так будем уже, наверное, собираться. Отличное время провели. Вот наш скульптор ваяет охранника. Всем пока.